В Саратове гепатитом болеют меньше, чем в целом по России. На брифинге в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» в Саратове специалисты рассказали о ситуации, которая сложилась в регионе. Приурочили мероприятие ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечают 28 июля. По словам профильных специалистов, в последние годы в регионе, да и в целом по стране, наметилась тенденция к уменьшению числа выявленных случаев заболевания штаммами Б и С. Это связано с улучшением методов лечения. А вот заболевания гепатитом А пока немало, но он и лечится проще и быстрее, чем остальные разновидности. Уровень заболеваемости гепатитом А в Саратовской области по итогам 2015 года была ниже, чем в среднем по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. Правда, в этом году у нас некоторый подъем заболеваемости гепатитом А наметился. Но это такая инфекция, это может быть она и цикличностью определенной обладает. В этом году число тех, кто получит прививки от гепатита Б, планируют довести почти до 100 тысяч. В группу риска по этому штамму попадают люди в возрасте от 20 до 50 лет. У несовершеннолетних вирус не выявляли с 2013 года.